как, знаете, сейчас молодые просто смеялись в душе, они видели себя в этой жизни, да? И очень весело. А взрослым наоборот. Они осознавали, оценку уже давали событиям нашей жизни, то, что они прожили за год. Им снова наоборот печально. Это разные вещи. Поэтому нужно идти и смотреть. Тут очень противоречивость большая в этом спектакле, понимаете? Это моноспектакль, но большая противоречивость. Они вот сам увидят, сами оценят. Поэтому стоит посмотреть. Просто стоит обязательно. Посмотрите.